Окна мне установили. Такие прекрасные окошки. Вот эти два окна с панорамными окнами. Окна высотой 2 метра получились. То есть я подняла их от пола. Пол еще подымется, от пола будет где-то 350. Теплые полы. Пеноплекс. Вот это окно самой. Проем 2200, а стекло, стеклопакет 1,5 на 2. То есть оно прям большое, много света. Вот это окно глухое. Одно получилось. Оно не открывается, оно 1 на 2. 2 высота, 1 метр ширина. И окна также практически в пол. Здесь будет, ну, 350 от пола всего. Вот так она где-то будет на расстоянии. Тоже два окна. Вот здесь вот у окон створки. Поворотно откидные обычные. Две большие. Я переживала, как это будет, как они будут тяжело. Нет, вполне нормальные створки получились. Все, если открывать. Все же чумазы сегодня. То есть вполне, но редко, когда они так будут открыты, скорее всего, они будут на проветривании стоять. Фурнитура на окнах вся рота. Сам профиль кальва. Фурнитура хорошая. Отличная. Такое же окно второй комнате. Да, фурнитура вся рота. Они пишут сейчас на ручках. Вот, что еще по этим окнам? Они триплекс. Триплекс стекло здесь стоит внутри. Очень хорошая звукоизоляция. Оно стучает звук глухой максимально. И что дает еще триплекс? Он, во-первых, это безопасность. Безопасность моего ребенка. Чтобы он любит, он очень нас шумно играет. Такие окна я боялась, как бы, ну, не повредил себя чем-нибудь, не заехал, не разбил. Здесь триплекс внутри, хотя его ставят снаружи для безопасности, но я решила, что пускай он будет изнутри. А вот на этих окнах, на двух панорамных, он и снутри триплекс, шестерка, и снаружи, то есть они такой же звук у них глухой с обоих сторон. Максимально они защищают, звукоизоляция у них отличная. Поставили, поставили, врезали с ней металлический уголок. То есть поставили хорошо. Ну, конечно, не обошлось без косяков. Косяк, ну мой косяк. Неправильно дверка открывается. Я планировала ее открывать с этой стороны ручка. Но в итоге она открывается с этой стороны. Может быть, так оно к лучшему, не знаю. Здесь будет кухонный гарнитур стоять, холодильник. И, конечно, хотелось вот здесь обеденный стол у этого окна. Хотелось, чтобы дверка открывалась, конечно, в другую сторону. Но поменять саму дверь, мне сказали, будет стоить одну дверь порядка 30 тысяч, 35. Я решила, пускай пока так, поживем так, посмотрю. Может быть, мне все, в принципе, и будет устраивать. То есть это вот тоже окно. Снаружи тоже триплекс, тоже глухой с обоих сторон. Звук максимально глухой. Вот эта высота вот этой двери 2300. То есть она не 2 метра высотой, а 2300 за счет того, что она идет в пол. Это выход на террасу, она будет 2300. Остальные вот эти все окна по 2 метра. И по поводу, я переживала, у нас здесь солнечный с этой стороны. Там юг, ой, восток, юг, и здесь на запад. Что окна, ну, вечером будет очень много солнца, будет очень ярко. Здесь на самом деле очень светло. Но триплекс дает с обоих сторон, он защищает, он, скажем так, он защищает от солнца. То есть вот так солнце выглядит с триплексом свет.
вот так. Но выглядит более ярко. Без триплекса. Видно разница. Картинка и по нагреву руки. То есть, в принципе, двойной триплекс неплохо защищает от солнечных лучей. Потому что солнце яркое. Мультифункцию ставить не стала. У меня он соседа стоит мультифункция. Зеркальные окна. Но я побоялась, что будет темно. Я люблю свет. Люблю, чтобы у меня были цветочки росли. Чтобы было солнечно, радостно. И как в подвале. Вот. Надо еще снять пленку с окон. Чтобы они у нас в полной красе были. Мам, вот еще хотела сказать по ванной комнате. У меня шикарная ванная комната. Я хотела сейчас сделать окно. Это помывочная. Помывочной. Хотела сделать просто окно. Вот в итоге решила сделать дверь. Тоже выход на террасу. Две двери у меня двойной. Выход на террасу. И она матовая. То есть помывочная здесь будет. Сауна. Здесь ванна, душевая. И матовое стекло, чтобы не было видно. Ни с улицы, ни днем, ни вечером, чтобы никакие жалюзи не вешать. Ничего не заморачиваться, чтобы был просто у нас матовое стекло. Тоже можно посмотреть, как, насколько разница. Вот. Выход на террасу. Покажу, какая у меня будет размер на террасу. Я ее хочу сделать длиной где-то 8 метров. Шириной 3 метра. У меня выход на террасу. Выйду. То есть, вот такая вот терраса. Приблизительно, вот, наверное, вот отсюда. Вот от этого окна. Панорамного. Вот будет, наверное, до конца дома. Здесь выход сауны тоже, чтобы выходил на террасу. Что можно поставить или диванчик еще один, или качели, или лежак, ну не знаю, подумаю. Вот будет большая терраса. Можно было во весь дом, но опять-таки солнышко, чтобы не закрывало. Будет шикарно. Заходим назад. Оп. В дом. Большой аккуратненький домик. Все есть, две комнаты, большая гостиная, все имеется, сауна, туалет, еще один, наверное, скорее всего, туалет, ну, мужской, писсуар для сынульки. Здесь место для шкафа. И вот это еще окно у нас в котельной. С котельной тоже, скорее всего, как бы не пришлось его увеличивать. Мы увеличили проем вниз, высоту, но все равно это может быть мало. Вполне возможно, придется еще расширять, еще вниз спускать. Здесь будет столешница, стиральная машинка, сушка, ну, газовый котел. Комната, в принципе, вот это вот 2 на 3,5. Довольно-таки приличная. Ну, кажется, небольшой. И уже здесь выход будет на чердак. Посмотрите, чердак как выглядит. Как там у меня крыша живет после зимы. Так что вот, вот такие окошки. Вот так красиво поступает свет через матовое окно. Такой нежный. Так что здесь надо еще подумать будет, какая отделка, что я хочу. Вкус меняется постоянно. Что-то новое хочется, что-то постоянно посмотришь, что-то хочется другое. Так что такое солнечное, красивое место у меня. На улице уже лежит гора чернозема. КамАЗ сажать. КамАЗ глина она привозила. Будем сажать яблони. Яблони, груши, чтобы они росли, пока развивались.
Соседи строятся вовсю. А забыл сказать толщину стекол. Внутри шестерка. И снаружи шестерки. Две тройки склеенные, триплекс. И вот это окно тоже. Две тройки склеенные. И изнутри шестерка, и снаружи шестерка. Вот остальные окна тоже триплекс, но он идет только изнутри. Шестерка. Снаружи идет обычные две четверки. А изнутри две тройки склеены, получается внутреннее стекло шестерка.